Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. И я вот тут решил с моим другом Бабаком Ивази, без его спроса особого, поиграть с ним в такую игру. Он буквально вчера, позавчера разместил пост у себя на Фейсбуке, и в котором он рассказывал о том, какую же систему мотивации, точнее не систему мотивации, по какую программу лояльности внедрить в свой бизнес для того, чтобы увеличить продажи, для того, чтобы конвертировать новых клиентов постоянно. Ну и я для себя решил, что я хочу записать такое же подобное видео, как и он, но только я само видео не посмотрел, да, само видео Бабака я не посмотрел, и хочу записать и свои мысли, и потом как раз таки с ним сравнить и посмотреть, сходятся они у нас или нет. Итак, ну, в общем, какую бы программу лояльности, точнее, какой бы софт я хотел бы иметь в своем бизнесе для того, чтобы запустить ту программу лояльности, о которой я мечтаю. Итак, я сейчас буду рассказывать про идеальную систему лояльности. Итак, ну, конечно, на первом этапе я хочу, чтобы была регистрация в личном кабинете, то есть чтобы не просто мы со слов говорили клиентам, приходите к нам, получите скидку и так далее, и так далее. Естественно, личный кабинет, в котором лично в этом кабинете будет все время отражаться в режиме реального времени те бонусы, те мили или какие-то баллы, которые человек накапливает, пользуясь услугами компании. Да, соответственно, установка этого личного кабинета, понятно, что он должен быть, и желательно, чтобы этот личный кабинет легко устанавливался на, соответственно, приложение, да, то есть чтобы было еще приложение, которое можно было скачать и установить на свой мобильный, там, на свой смартфон, да, то есть одно дело зайти в браузер с компьютера, с десктопа и логин, пароль ввести и попасть в приложение. Другое дело, когда мы скачиваем специальное приложение, приложение именно нашей компании, и в этом приложении человек, соответственно, всегда может посмотреть свои мили. Но фишка в том, что он не только может посмотреть накопленные баллы, мили, преференции и так и ту и необходимую информацию, он еще и может через это приложение какие-то сообщения от нас получать, интересные предложения, и какие-то касания с помощью этого приложения мы, естественно, сможем делать. Ну, естественно, наше приложение должно быть интегрировано с CRM-системой, и за каждую покупку, которую делает человек, мы начисляем ему определенное количество баллов. Как, в каком формате, когда, за какие покупки, естественно, это должно быть очень гибко, и мы это все должны настраивать самостоятельно, не система нам дает, а мы гибко можем настраивать. Регистрация, за регистрацию в группе, то есть если человек регистрируется в группе в нашей, то есть подписывается на нашу группу в Facebook или на нашу там публичную страницу, то, соответственно, ему за это начисляем мы какие-то баллы. Баллы, рубли, опять же, мы можем выбирать мили, я не знаю, сардельки, мультики, то есть все это мы можем сами называть, сами придумывать, и эту валюту, внутреннюю валюту, ее использовать. Регистрация в группе ВКонтакте, то же самое, если человек подписывается на нашу группу, ему мили начисляются. Идеальная была ситуация, была, естественно, мы же говорим про идеальную CRM, он из группы отписывается от нашей группы, соответственно, мили ему обратно списываются с его счета. Также очень интересно, ну, естественно, мотивировать наших клиентов, подписчиков, чтобы они были нашими адептами, и адепты, которые, ну, не то что адепты, люди, которым нравится пользоваться нашими услугами, чтобы за это мы им еще какие-то плюшечки, бонусы начисляли. Поэтому каждый комментарий к Фейсбуку, комментарий ВКонтакте тоже должен оплачиваться определенными баллами. И, соответственно, поощрять наших клиентов тусоваться именно в наших в социальных сетях и тусоваться в наших группах. Там будет наводиться, естественно, движуха. Это будет касание как с этими клиентами, так и продвижение наших постов и наших, наших постов в социальных сетях. Поэтому это очень важно. Мы за это будем мотивировать. Лайки на Фейсбуке, ВКонтакте тоже можно делать. Ну, понятно, что и Одноклассники тоже сюда бы хорошо зашли, и группа, и так далее, но пока моя целевая аудитория, это все-таки ВКонтакте и Фейсбук, но я знаю, что в большинстве регионов Одноклассники тоже очень сильно пользуются популярностью, поэтому, конечно же, это идеально, мы же говорим про идеальную систему, то она должна это все включать.
Также участие в группе в Telegram, да, можно добавить сюда еще WhatsApp или Viber. Ну, для меня больше Telegram не нравится, но, естественно, мы же говорим про идеальную, значит, WhatsApp и Viber. Понятно, что если нам интересно, чтобы на наш сайт приходил трафик, а если на нашем сайте тусуется трафик, он себя долгое время там проводит и так далее, это все косвенно влияет на SEO продвижение, поэтому, но сейчас не об этом. Сейчас о том, что мы, естественно, должны мотивировать наших текущих клиентов, которые участвуют в системе, в бонусной системе, за то, чтобы они приводили трафик нам на сайт. То есть привел посетителя сайта, то есть не обязательно, чтобы он что-то подписался или что-то у нас купил, привел посетителя, разместил пост на своем, в своем блоге, своей личной странице, от себя лично в Фейсбуке, ВКонтакте, привел трафик, за это получай бонусы. Соответственно, если человек еще и конвертировал, из этого трафика еще конвертировался лид, то есть мы получили какую-то заявку, какие-то контактные данные, человек оставил там оставил e-mail или телефон, или если у нас так работает система, мы определили его аккаунт в социальной сети, то есть человек, который пришел, естественно, за это начисляются нашим постоянным клиентам бонусы. Естественно, помоги. Если нам текущий клиент по бонусной программе помогает привлечь клиента, а это одна из таких главных, одна из главных целей системы мотивации, то чтобы нам привлекались клиенты по рекомендации, то опять же человек помог нам привлечь нового клиента, мы начисляем и ему бонусы, и начисляем бонусы как человек, который пришел. То есть чтобы наши друзья рекомендовали и говорили: братишка, братан, приди в эту компанию через меня, тебе будет дешевле, чем если ты придешь напрямую. Поэтому вот этот пункт очень важен. А если мы еще поможем, если этот клиент, клиент номер один, поможет своему другу, клиенту номер два, который придет по рекомендации, стать еще и постоянным клиентом, то есть покупать у нас определенные продукты, то наша система мотивации должна уметь и за это начислять бонус. То есть мы не только можем начислять бонус за то, что привлекли, но и, соответственно, помогать из новых делать постоянным. Опять же, здесь бонусная система, она должна это уметь, а мы сами, как собственники бизнеса, будем постоянно выбирать, надо нам это или не надо, и по каким продуктам нам интересно, чтобы клиенты становились постоянными нашими. Опять же, можно сделать здесь же сразу еще и забубенить двухуровневую систему, когда человек, клиент номер один, привел клиента номер два, и за это он заработал деньги. А если клиент номер два тоже по бонусной программе будет приводить, соответственно, клиентов, то ему будет начисляться определенный бонус. Так называемая двухуровневая система. Ну, дальше об этом поговорим, да. Опять же, если человек написал текстовый отзыв, он получает бонусы. Текстовый отзыв на нашем сайте, может быть какой-то формат текстового отзыва в группе в Фейсбуке, ВКонтакте, но здесь вообще вопрос, как это отслеживать. Ну ладно, мы же говорим о том, как бы хотелось сделать фото отзыва с логотипом нашей компании, естественно, тогда получают отзывы, сделают видеоотзывы с лого и с названием, ну, упоминание в этом видео нашей компании, естественно, то тоже получает бонусы. В самом приложении уже такие небольшие критерии, чтобы мы могли регулировать настройки внутри, но, естественно, вот этот, когда человек заходит в приложение, он большими цифрами сразу ему доступно, сколько у него на текущий момент бонусных баллов, да, бонус-баллов на счету. Очень важно, чтобы была очень подробная история, как эти баллы он потратил, как они ему были и когда начислены, от кого пришли. То есть очень подробно, чтобы он видел, что вот эти деньги падают от этого, от Семена, это от Васи, это от того-то, того-то, того-то. Чтобы он подробно заходил в историю, все это видел, как он тратил и, соответственно, как он эти баллы получал. Да, ну вот я об этом уже говорил, что важно, чтобы баллы получал и тот человек, который приводит, и тот человек, который
то есть человек, который рекомендовал, и человек, который пришел. Полная интеграция с CRM, то есть понятно, все действия, которые мы делаем, все продукты, которые покупаются в CRM-системе, все взаимосвязи, они точно так же в этой бонусной системе работают. То есть на самом деле мы можем написать человеку сообщение через эту бонусную систему, можем какие-то комментарии поставить, да, а у него в этой системе также будут все покупки, которые он пользуется. То есть, ну, грубо говоря, это бонусная программа, это бонусная система, она должна быть интегрирована с CRM-системой, и человек видит свои продукты, ну и плюс мы можем туда добавлять какое-то обучение, какую-то информацию, информацию о тех продуктах, которые он купил и так далее. Что очень важно, ну понятно, интересно, чтобы люди знакомились с нашими продуктами, все больше узнавали о них, и, естественно, узнавая продукты, они сами и эти продукты могут покупать, а также рекомендовать их своим друзьям и знакомым. Поэтому какие бы интересные плюшечки еще бы интегрировать? Ну, например, запустить какую-то игру. Человек поиграл в эту игру, набрал там баллы, и эти баллы можно использовать в дальнейших покупках. А какая игра? Ну, игра, естественно, связана с нашим бизнесом, то есть какие-то игрушки, там, я не знаю, проходишь какие-то этапы этой игры и получаешь, соответственно, и именно, ну, игра завязана на наших продуктах. Ну, например, показка, да, человек игры едет на машине, врезается, и потом ему нам надо проанализировать, кто виноват, там, я не знаю, сейчас придумываю на ходу и смысл этой игры, то есть кто виноват, потом человек угадывает, кто кому будет платить в этой ситуации и так далее, и так далее. И, собственно, там будут по результату он должен угадать, какой продукт лучше в этой ситуации было бы застраховать, ну, каким продуктом лучше бы эту аварию застраховать и так далее. Ну, что-нибудь такое придумать, то есть игра может быть как сложная, так и легенькая, но тем не менее. Опять же, у нас есть обучающие видео, как сотрудникам, как клиентам пользоваться услугами. Поэтому если человек посмотрел это видео полностью от начала до конца, то он получает определенные баллы. То есть, знаете, как если бы, я не помню название этого фильма, но, в общем, там люди жили за счет того, что и получали определенные баллы за то, что они постоянно смотрели рекламу. То же самое здесь. Человек посмотрел нашу рекламу, рекламу о наших продуктах, мы ему начислили определенную скидку. То есть такую мотивацию делать, да? Сделай тест какой-нибудь, то есть там же в этом приложении, как еще можно набрать, пройдите тест, да, клиент проходит тест на знание продуктов, на знание там о нашей компании и так далее, и тоже получает какие-то баллы. Опять же, человек проходит тест, получает мало баллов, понимает, что нужно ему прокачаться, идет, смотрит видео, опять же, набирает еще больше баллов и так далее. То есть, если он 100%, можно сказать, что за тест можно заплатить за прохождение, только если ты там выполнил его на 95% правильно. Поэтому, чтобы выполнить на 95% правильно, иди смотри видео. Да, и поэтому мы можем мотивировать или завязывать мотивацию, что даем видео, даем тест, и, соответственно, если проходит тест, получает бонус. Так, да, смотрите, понятно, что там всеми бонусами, играми, тестами, просмотрами и так далее, может превратиться в то, что человек будет только этим заниматься, а у нас покупать ничего не будет. Поэтому, конечно, мы можем определенный лимит поставить, что если человек является нашим клиентом, то он, конечно, нас должен покупать. Поэтому мы можем установить какой-то определенный лимит на одного человека, да, сколько бонусов ему может быть начислено. Можем, допустим, ставить лимиты на менеджера. То есть менеджер по продажам, новичкам там побольше можем давать возможность предоставлять скидки, старичкам поменьше или наоборот. Да, то есть здесь можно будет думать. То есть если человек приходит в компанию через Васю, у него определенная возможность накопить баллов, через Свету там другое и так далее, так далее. В зависимости от менеджера, в зависимости от времени, от месяца и так далее, так далее. То есть все эти вещи очень круто было бы внедрить. Ну, естественно, такие самые простые вещи. День рождения наступил, бонус получил. Кроме того, интеграция с CRM-системой. Естественно, наступил день рождения, отправили смс-ку, поздравили. Там, через пару дней еще и напомнили о том, что ему смс-кой начислено какое-то количество баллов. Ну и вообще, надо должна быть возможность либо за каждое начисление баллов отправлять человеку смс, либо в приложении ему отправлять. Ну, я думаю, что самое идеальное это выставлять там
разные критерии, как отправлять, либо за каждое начисление, либо за определенный набор баллов. То есть вы набрали 500 баллов, смс пришло, вы набрали 1000 баллов, смс пришло, и так далее, и так далее. Ну, то есть, если у человека уже очень много рефералов, уже от многих источников падают деньги, то, естественно, там каждый день по 3 раза смс не прикольно будет получать, но, опять же, и сам клиент может на себе оповещение настроить, и мы можем ему настраивать эти оповещения. Бонус за каждый год сотрудничества с нашей компанией можно за каждые 3 месяца. То есть 3 месяца прошло, мы отправляем человеку там, 100 баллов или 50 баллов и так далее, так далее. Чтобы человек был и числился нашим клиентом, мы постоянно его касались. В зависимости от того, сколько... Что-то не понял, сам что написал, не понял. Ладно, давайте следующее. В зависимости, все, прочитал. В зависимости от того, сколько количество контактов он оставил. То есть, если человек, например, суммарно 5 контактов у нас оставил, e-mail, телефон, второй телефон, там, аккаунт в Телеграме, аккаунт ВКонтакте, то мы ему начисляем баллы, да, начисляем мили-баллы, плюсики и так далее. Можно просто за каждый подтвердил e-mail, баллы, подтвердил Telegram, тоже баллы, подтвердил второй резервный телефон, еще баллов и так далее. За первый, может, телефоны не нужно ничего начислять, потому что по умолчанию какой-то один контакт и так будет, но какие-то дополнительные контакты нужны. Почему? Это важно нам собирать как можно больше контактов, потому что если что-то случилось с основным номером телефона клиента, он не в доступе, не оплатил или еще что-то, нам надо быстро связаться, а у нас альтернатив нет. И мы очень просто можем потерять клиентов и клиента. И так делать не нужно. Опять же, тут вот такую фишку можно поиграться, что у человека мы можем сделать таким образом, что человек может накапливать, да, какие-то бонусы у нас, да, до определенной схемы. И, допустим, делать таким образом. Человек закинул 1000 рублей, да, и, соответственно, ему определенные баллы начисляются. Но здесь другая есть проблема. Я сейчас только что подумал, что если мы же систему мотивации делаем, чтобы человек у нас продукты покупал. Ну, хотя эта 1000 тоже интересно. Ну, в общем, смысл такой, что этим я хотел, чтобы человек закидывал нам деньги на бонусный счет, да, и мог эти деньги потом потратить, да, и мог деньги потратить, а до того момента, как, соответственно, он их потратит, он ему начисляется процент, то есть он покупает у нас вперед, то есть он знает, что через год у него будет заканчиваться полис ОСАГО. Ну да, кстати, вот так можно сделать, можно ему делать такое предложение, сказать, у вас через год там заканчивается полис ОСАГО, полис по предварительным данным сегодня будет стоить 10 тысяч рублей. Если вы заплатите там 7 тысяч рублей или 6 тысяч рублей сегодня, то, соответственно, это будет дешевле. Да? То есть мы мотивируем людей заранее нам заплатить за те услуги, которые они получат позже. Ну, вот здесь надо думать, какое это предложение должен может быть. Самое, естественно, важное, что эта программа должна стоить очень недорого. Да? То есть она либо должна быть бесплатна в рамках той CRM-системы, с которой мы работаем, либо она должна там, за какие-то небольшие очень деньги пристегиваться эту услугу. Потому что некоторые бонусные программы начинаются там 50, 30, 20 там, тысяч рублей в месяц. И понятно, на первом этапе бизнесмену очень тяжело начинающим бизнесмену эту фишку подключить. Поэтому, так как мы говорим про идеальную систему, хотелось бы, чтобы она для CRM-систем она была куда-либо включена, либо за не очень большие деньги подключалась. Это, наверное, бабуку не понравится. Да? За посещение сайта или конкретных страниц. Но, опять же, то есть человек, если будет возвращаться к нам, то есть мы мотивируем человека тусоваться на нашем сайте. Для нас это важно. Почему? Потому что это очень хорошо для SEO-продвижения. Так называемый поведенческий фактор очень хорошо для нашего сайта работает. Поэтому мы можем мотивировать наших клиентов просто тусоваться на наших определенных страницах или до определенных лендингах. И, соответственно, за это они тоже будут получать определенные баллы. Здесь у меня напоминание то, что нужно и Одноклассники подписать, но я об этом выше говорил. Понятно, что за комментарии, за репост все то же самое в Одноклассниках. Да, кстати, за репосты в
Фейсбуке и ВКонтакте тоже очень было хорошо, чтобы система умела начислять баллы. Да, еще смотрите, такую фишку придумал. Компенсировать, например, входящий звонок. То есть, если человек у нас звонит на 8800, ему звонок ничего не стоит, мы ему эти деньги не компенсируем. Но если человек нам звонит, например, на какой-нибудь наш питерский городской номер, он тратит свои деньги, мы можем ему этот разговор компенсировать. Да? То есть там определенное количество, 30 баллов, 30 баллов, 50 баллов, там максимум, ну, например, компенсировать. Для чего? Для того, чтобы он не боялся задавать нам вопросы, не боялся с нами взаимодействовать. Нам это очень важно. Опять же, разместил пост в Инстаграме, там с определенным хэштегом, мы ему начислили баллы. Фотоотзыв еще больше, видеоотзыв прям совсем много баллов. Так, да, опять же, в Фейсбуке, если человек размещает в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме какой-то пост своей, ну, естественно, на своей странице, указывает определенный хэштег, мы, естественно, начисляем ему баллы. Да, что еще тоже важно, что еще тоже интересно, внедрить такую систему, когда за счет бонусов он не только может покупать наши товары, но он может покупать какие-то товары наших партнеров. Да, ну, допустим, мы занимаемся страхованием, а человек может пойти и купить себе, например, какую-нибудь путевку туристическую, да, с помощью наших скидок. И наоборот, то есть наши партнеры могут продавать страховые услуги своим клиентам, опять же, за эти бонусы. Тут надо, ну, подумать, как правильно это делать, сколько кто кому компенсирует и так далее, и так далее. И вот система должна уметь это гибко настраивать, то есть помогать кросс-селить за счет этих бонусов наших партнеров, а мы будем кросс-селить других партнеров. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы люди все больше и больше времени находились в нашей программе, тусовались, и мы могли... То есть для них важно было бы, чтобы это приложение стояло у них на телефоне, или они туда постоянно заходили. Ну и опять же, всякие кобрендинговые тоже программы и так далее. Ну вот, порядка 45 пунктов у меня получилось. То есть это то, что я буквально там из головы своей вытащил за последний день. Поэтому, если вот такую кто-то идеальную CRM-систему придумает и эту бонусную программу туда продвинет и соответственно, установит, ну, это будет очень круто. Это и будет идеальная бонусная программа, о которой я, по крайней мере, очень мечтаю. Если вам понравилось, друзья, это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас есть какой-то вопрос, вы хотите еще добавить, сказать, а вот это еще давай сделаем, мы это сделаем и так далее, и так далее. Давайте отлично будем с вами думать над тем, какая идеальная бонусная программа могла бы быть в нашем бизнесе. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Не знаю, где вы смотрите, можете вы смотреть это видео также не только на YouTube, но и в моем Фейсбуке. Значит, подписывайтесь, добавляйтесь ко мне, друзья. Все, меня зовут Кирилл Рыбасов. Всем удачи, пока-пока.